Семье Якобчук радостное событие. Виталий и Ольга стали сразу тройными родителями. Два мальчика и одна девочка появились на свет 8 августа в родильном доме Ульяновской областной клинической больницы. Изначально нам сказали, что у нас двойняшки на УЗИ. Восприняли, рады были, конечно, очень. Но переживали, как я буду ходить как бы с двойняшками. Потом через неделю обрадовали, что вообще тройняшки. Что один малыш у нас еще и поделился на близнецов. Вот. Переживали, как я буду сам главное ходить. Не морально, что тяжело, но и не материально, а вот то, что физически. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Новорожденным уже придумали имена – Макар, Захар и Варвара. На торжественную выписку детишек пришли самые родные и близкие люди. Новоиспеченных родителей поздравил и глава региона Сергей Морозов. С этого момента семья Якобчук официально стала многодетной. Им вручили подтверждающее удостоверение и сертификат, где прописаны все социальные льготы. Это, конечно же, и единовременное пособие по рождению первого ребенка, это сертификат на второго ребенка сразу и сертификат на третьего ребенка, то есть сразу сертификат на 150 тысяч рублей. Это единовременная выплата 10 тысяч рублей за рождение многоплодных родов. Это все пособия, которые получает многодетная семья в нашем регионе. Вопросы стимулирования рождаемости в регионе стоят на особом контроле социального блока правительства области. И сегодня мы хотим сказать, что вся система здравоохранения Ульяновской области будет с особым пиететом сопровождать по жизни с самого рождения Макара, Захара и Варвару. И мы обещаем это их родителям. Они без внимания не останутся никогда. Всего с начала этого года на свет появилось 8 тысяч детей, в том числе 3 тройни и 84 двойни. Кстати, мальчиков и девочек родилось примерно поровну. Эльвира Зямалова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.